Хорошенько вот здесь вот, да. И ведерочко бросай, молодец. Только не здесь, а вот здесь по дорожке. Вот тут вот, Дим. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. О, молодец, правильно идешь, правильно, молодец. Трубу осторожно перешагивать, да. Молодец, умница. Сейчас, смотри, сейчас бабуля завяжет веночек. Смотри, завяжет его, Дим. Какое ведро-то, скажи, я что-то не понял. Вон, вон белое. Вон там они лежат, видишь где? Молодец. Вон нет, справа, справа, смотри. Вон же мы бросали куда, смотри. Вот сюда бросали. Вот. Молодец. Ему я умница, помощник. Ему я помощник. Собираюсь, это сорняк, да. Молодец. Ой, молодец, ой, молодец, ты моя умница, помощник, Дима, он нам сорняк, ты больше набери, потом принесешь, а то опять об трубу упадешь. Ну ладно, кепочку не будем надевать, через труба, 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 перешагивай осторожно, не спеши, не спеши. Молодец, ты помощник такой, осторожно, труба, осторожно, тихонечко перешагивай, не спеши. Ты все порви, потом принесешь. Попить дать ему? Там в чайнике есть кипяченая вода. Дим, будешь пить? Водичку. Надо теперь компотик сварить. У меня там курага есть. Я воды не было и не сварил. Ты мой хороший. Что у нас на обед-то? У меня бульон есть. Это у нас груша, усыпанная вся цветами, вся полностью. А когда-то, лет 10, даже больше 10 лет назад, она вообще не плодила много-много лет. И мы веточки разные от другой груши, которая плодоносила, прививали к этой. А теперь она вся плодоносит, вся прям белая. Везде, абсолютно. Раньше какое-то, через какое-то время плодоносили только те веточки, которые мы приделывали к ней. Потом с каждым годом все больше и больше. А теперь смотрите, вся в цвету, даже наверху. Тут верхушка вся в цвету просто. В прошлом году там были прям груши. Везде вот были груши. Хотя, конечно, веточки мы пониже приставляли к ней. Потом заплодоносила. До этого у нее не было, она проросла, наверное, лет 10 тоже стояла. Да, лет 10 и не было вообще ни одного цветочка. Как типа груша-мужик был. Сделали из него женщину. Простым языком. Как вы поняли, мы находимся на даче моей. Такой у нас здесь сад. Кто новые подписчики? Кто смотрит первый раз? Надеюсь, что вам ветра особо не слышно. Тут у нас груша. Там у нас соседи, мы дачу продали. Вторую половину дачи в прошлом году. В середине года. Или в начале. Лето, вернее. Тут у нас тоже соседи. Тут у них прям, вот смотрите, дом большой. Здесь на две семьи. У них баня общая, родственники. Классно так. Тоже у нас соседи. Тюльпаны там. Здесь у нас виноград, ванная с водой. Вот она вся прям в цвету.
Груш будет много. Кстати, у нее груши очень классные. Пока не зеленые, прям обалденные. Потом уже гнить начинают в серединке. Ну, так, наверное, у всех. Здесь у нас крыжовник, по-моему. Здесь у нас мелисса. Она скоро тоже зацветет. У соседей там тоже большой куст есть. Вот такой у нас огромнейший сад. Большой-пребольшой. У нас, по-моему, 10 яблон. Не помню, просто 10 или 11. Здесь у нас слива. Кстати, тоже вся в цвету. Такое дерево нестандартное. Здесь вот. Ой, мамочки. Тут бабуля что-то веревки натянула какие-то. Здесь у нас жигулевская яблоня. В прошлом году была эта половина. Теперь половинка эта отдыхает, другая половина цветет. Здесь тоже у нас яблонька. Но это будет еще отдельный обзор дачи, наверное, в этом году. Когда тут часы, сразу все видишь, да, сколько, это каждый раз сотый надо искать. Давай в футбол поиграем. Давай в футбол поиграем. Давай, на солнце не ходи, сгоришь. Смотри, тенечек. Давай в футбол поиграем. Что ты там делаешь-то? Да? Чё, с автоматом? Никак? Так ты не в ту сторону. Не в ту сторону-то. Вот же она. Вот она нажимает. О! А дерево-то зачем тебе? Еще совсем не понял, что это такое. Эй! Тебе лишь бы отодрать что-нибудь. А это самолет, да? О, тоже он пищит, видишь?
Тоже пищит самолет, да? Ай! На ногу меня наступил. А это что такое? Сереж. Что это? Да. Это.